Ну что, всем привет, ребят! Мы с вами продолжаем проходить игрушечку «Властелин колец. Противостояние». И у нас очередная миссия называется «На Марийские копии». Осталось буквально 4 карты, 4 миссии. И в финале мы посмотрим на противостояние в шире. Будет такая финальная у нас... финальная Рубилова. Я немножечко припоминаю, что у нас там будет, но пока не буду говорить. Так, я припоминаю 50 на 50. И, конечно, что-то уже забыл, но мы с вами будем вспоминать что-то, что у нас там было, что да как. А пока у нас марийские копии. Давайте смотреть. Поехали. Фу, бросает топор, воин сбивает врага с ног. Да, это мы уже знаем. Поехали. Теперь армии Мордора предстоит пройти через рудники Мории, древнего королевства гномов. Гимли, сын Глоина, встал во главе гномов Марийского королевства. Но им не хватило времени на то, чтобы укрепить оборону. К тому же даже гномам неизвестны все тайны этого сумрачного подгорного королевства. Ходят слухи, что Саурон открыл все самые страшные секреты Мории, и ныне ужасающий ритуал придаст новые силы его войску. Нам остается только надеяться на то, что темный властелин пока не в силах вновь призвать в мир демона темного пламени Балрога. Так, черное подземелье Мории. Третья эпоха. Это мы все знаем. Так, что у нас тут? Ага, играем опять за орков. Так, ну давайте. Конечно, берем мага. Собирайтесь в копиях. Ну, поехали. Мы построили алтарь Балрога. Но чтобы вернуть огненного демона к жизни, нам нужны волшебные камни. Вперед! Добудем их в копьях Мории. Айда! Выжмем из этих рудников всю дрянь. Там уже заруба началась. Ладно, погнали. Заруба понеслась. Давай, пацаны, залазим наверх. Так, что там? Подожди. Ага. Ешечка. Ешечка, значит, да, у нас? Давай, заходим. Так... Захватите копии. Сейчас будем смотреть. Вот, ну смотрите, гондорские командиры. Жопа. Жопа на самом деле. Неприятно. Сука, пацаны, подожди. Сейчас подлечу вас. О. Сука, смотри, какой живучий, а, все-таки. Какой живучий ублюдок. Так, я надеюсь, что тут нам дадут поиграть за Балрога. Конечно, я не помню эту миссию. Но я надеюсь, что мы с вами поиграем за Балрога все-таки. Хотелось бы, по крайней мере, за него сыграть. Ну, Балрог это, конечно, мощь. Балрог это мощь. Ой, хорош, а. Чё, всё, загнулся? Я хочу, чтобы эти загнулся. Копии были нашими. А ну, шевелитесь. Давай, пацаны, подхилю вас. Так, ну что, захватываем это дело? Марийская копия. Мы уже здесь с вами бывали, когда проходили за компанию Силы Света. Кто не смотрел, ребятки, на канале все это дело имеется. Милости прошу. Так, подожди. Пацаны, давай подхилимся. Тихо-тихо-тихо, какой ты нервный. О, что-то вас там многовато, давай вот так сделаем, а. И вот так вот. Ай-яй! Неудачно это я прыгнул. Неудачно. Ладно. Счастье будет. Так, подожди, ну что, давай захватываем. Что-то я рано убежал. Давай-давай-давай-давай. Готово. Лови плюху. Первый чуток. Мы должны найти волшебные камни. Хозяину нужен горящий камень, чтобы вызвать демона. А камень вон у того жалкого вождя. Прикончите его. Классная озвучка. Так, давай. Ну, орки, блин. Зарубить вождя и принесите мне его горящий камень. А, зассал, да, ублюдок? Так, у нас очередные командиры бегут. Делаем вот так вот. Хуяк. А? Как вам такой вариант? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, живите, пацаны, болеем. Это, конечно, втащил, неприятно было. Пацанов, вообще, что это было? Какого? Тихо-тихо-тихо-тихо. Охренеть, вот это он, конечно, дает жару. Падай давай. Готов. Два горящих камня. А, тут еще надо 20 гондорцев, да, убить? Блин, нифига себе. Жестко. Пошевеливайтесь. Шикарная звучка. Ну давайте, гонуть его, пацаны. Вы че, куда бежите-то все, алло? Пацаны, помогите. Ой, красава.
Прям по щам получил. Так, ну чё? О, давай, погнали. Там самая зруба началась. Чего ждать, хорош. Болваны? Убить эти слабаков! Тихо, тихо, тихо. Хопа! Ага. Красота. Да, хорош, мужики. Смотри, я тоже умею драться. Опа. Кто, сука, заблочил, падла? Давай сделаем вот так. В принципе, несложно. Да, мужик. Хорош, не подкрадывайся ко мне. Так, осталось убить еще 4 гондорцев. Ну, это несложно. По крайней мере, здесь нету обратного отчета. Это меня уже радует. Так, тихо, 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 тихо. Опа. Так. Эй, тихо, тихо. Ты чё? Мужик, не ссы! Идиот! Дебилоид, а? Ну ты мудак. Чё ты засал? Ой. Вот ублюдок, а. Чё-то их многовато, смотрите. Да бей же ты, дебилоид. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да ты дебил! Идиот! Какого хрена ты встал? Сука, кусок говна, а? Бесполезного, просто бесполезного. Никчемный. Так, давайте возьмем лучника тогда. Да иди в жопу. Что-то какая-то херня происходит. Да не прыгай, мужик. Тихо. Немножко поиграем за лучника. На! Сейчас разберемся. Так. Да ёб твою мать, сколько вас тут? Сука, опять все заблочило. Так, короче, надо, я так понял, надо бежать дальше, да? Тут можно сражаться бесконечно. Давай, беги уже. Ага. Ёб твою мать, сколько их тут? Охренеть. Так. Пацаны, отвалить от меня. Сказал, что надо убить несколько людишек, иначе горящий камень бьется к хвосту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, хорош, как ты взорвал, а? Четко так. От души прям. Ай! Тихо. Тихо-тихо-тихо, пацаны. Отходим назад. Ты че такой дерзкий? Так, нормально, нормально. Чё это было? Чего ждать, ах ты, сукин сын. Тихо, тихо. Вот так вот. Фух. Ну нормально, нормально, ребят. Держимся. Тихо! Сука, мужик, помоги. Бляха-муха. Какого? Жопа. Просто жопа. Ну, ладно, пробуем еще. Да сколько вас тут, а? Откуда вы беретесь все? Давай, пацаны, вы чё, заходим? Чё такие немощные-то? Ёб твою мать, чё происходит вообще? Вот эти чуваки жесткие, конечно. Давай, жги его! Так, готов. Сука, пацаны, а какого хрена? Твою мать. Подождите, может поиграть мне лучше за разведчика? Или не стоит все-таки? Тихо, 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 тихо. Блин, смотрите, он опять вернулся на то место, где я был в начале. Жопа. Бляха, муха. Вставай, давай! Какого хрена, а? Давай, пошли уже. Надо отсюда проваливать. Надо отсюда уходить и там уже разбираться с чуваками. Вместе надо держаться, иначе я тут просто загнусь, и все будет очень плохо. Вы посмотрите, сколько их тут, а? Вы посмотрите, какое количество тут гондорских ублюдков. О, ёб твою мать. Охереть. Давай сделаем вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Главное сейчас не слиться, пацаны, давай живем. Вот этих вот ублюдков не подпускаем к себе, иначе мы сами загнемся. Так. Да. Куда собрался?
Нормально. Давай. Ай-яй-яй, тихо. Так, я успел его подхилить, это хорошо. Так, еще 9 человек осталось замочить. Сейчас все будет. Я надеюсь, что все будет как надо. Тихо. Давай, жги его. Чего ждете, болваны? Да, чего ждете? Давайте, помогите мне. Идиоты. Сука, а? Смотри-ка, все ко мне лезет. Знаешь, у меня этот рок? Все ко мне идет, ублюдок. Да падай ты уже. Так, еще 4 осталось. Еще 4. Вообще фигня, немножко осталось. Тихо. Вставай быстрее, дебилоид. Ёб твою мать. Да хорош, слышишь? Алло. Вставай, дебилоид. Давай быстрее, вставай. Кусок дерьма. Ну, опять по новой все началось. Ну, давай. Ублюдская миссия, опять же. Если мы погибаем, все начинаем сначала. Ну, становится сложнее, на самом деле. Становится сложнее, чувствуется. Сука, а? Вы дебилы. Держите его. Сраный войн, а? Падай давай. Блюдок. Ну, смотрите, все на меня идут, да? Ёб твою мать. Дебилой, да? Да помоги ты мне, дебил! Алло! Да неужели? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ублюдок бежит. Так, хорош, хорош, чувак, хорош, хорош, хорош. Хорош! Замочил его. Да какой ты против магии своим щитом прикрываешься? Дебил, что ли? Не ссы, мужик. Все будет нормально. Так. Подхилим давай. Наших ребят. Сука. Чё опять началось-то, а? Маловато убили бабе. Да иди в жопу. Так. Главное не подпускать вот этих вот ублюдков. Сука, все на меня идут, а? Они знают, что у меня троп. Осталось 3. 3 гондорских ублюдка замочить. Сейчас, сейчас все будет. Ну, последний. Хорош. Давай. Конечно, доволен. Так попотеть. Еще бы он не был доволен. Так, ладно, идем дальше. Так, а что это такое? Уничтожьте гробницу Балина. Погнали. Сейчас, наверное, там появится еще у нас Гимли, да, я так понял. Так, давай, пацаны, мне нужна ваша помощь. Заканчивай с этими ублюдками, идем дальше. Что-то как-то не особо собираются идти дальше, ладно. Тогда без них. На, пацаны уже готовы. Давай, гандонь. Так, а здесь у нас... Помните, когда мы играли за Гимли? Тут у нас тролли врывались. Но сейчас почему-то их нету. Возможно, они появятся. Давай, открывай это говно. О! Ай-ай-ай, лучники. Это хреново. Так. Пацаны, заходим. Ёб твою мать. Не дури. Не дури, я тебе говорю. Дико шары, а? Парень. Подхилю тебя. Живи, живи, живи. Хорош. Охренеть, одни воины, смотрите, одни воины бегут. Жесть. О, смотрите, можно поиграть за тролля. Это хорошо, что я его заметил на самом деле. Так, ну чё? Вот это шикарно. Вот это офигенчик. За тролля поиграть это... За милую душу. Просто, смотрите, всех разносит, да? Так, вот можно поесть? Нет? Чё-то... А, тут хильт, я так понял, да? Моих чуваков! Ёб твою мать, вот это, конечно, разносит. Просто охренеть. Смотрите, с одной тычки. С одной из двух тычек всего. Давай. Ну-ка, отошли от меня. Так, ну чё, ломаем гробницу? Не знаю, что бы я здесь сделал без тролля, конечно. Была бы лютая жесть, на самом деле. Хорош! Вот это мощь! Так, давай подхилимся. Эй, мужик, хилься, ты чё? Тебя сейчас загандонят, мужик! Твою мать, вот это жопа. Вот это была жопа, на самом деле.
Настоящий камень не дает ему сохнуть. Так, убейте мага, владеющего камнем. Сейчас посмотрим. Так, куда мне? Ага, мне вон туда, да, значит? Ну, пойдем. Я, конечно, здесь один пока что. Ой, сраные лучники. Ой-ой-ой. Так, здесь мне нужен будет лучник, я так понял. Тихо. Блин, еще жизни осталось мало. Так, пацаны, давай, погнали. Ах ты, сука. Странный арбалетчик, а еще остался, смотрите. Настреливает. Так, ну давай, пацаны, замочите уже его. Бля, не докинул. Тот, что прикончит вождя, получит камень же, пока я его не отберу. Ну давай, пацаны, угоднуйте уже его. Во. Все, давай, идем дальше. Прорываемся. Давайте, ублюдки. Фу. Ну, тролль, конечно, это просто мощь. Это офигенная вещь. Блин, а? Так, пацан, давай. Давай, чувак, я в тебя верю. Настреливай. А? Давай, давай, лучники. О, давай, хорош. Красава. Так, ну давай, 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 пацаны. Ладно. Продвигаемся дальше. Плюху сразу кидаем. Блин, никуда, а? Жопа. Ой-ой-ой, сколько вас там? Тихо-тихо-тихо-тихо. У меня жизни на самом деле еще мало осталось. Это плохо. Опа! Так, подхилимся немножко. Пацаны, ну вы чё, блин, а? Лучников, гандоньте, лучников. Блин, сраный маг, а? Блин, это, конечно, было плохо. Это я просто просрал жизнь в никуда. Давайте возьмем этого лучника, наверное. Где там наш лучник? Вот так вот. Я сейчас постреляю немного. Так, вон там лучники эти сраные. Один уже упал, дебилоид. Так, готов. Хорош. Надо этот маг быстрее гандонить. О, сейчас, я думаю, тут его так постреляем неплохо. Вот, хорошо. Что там? Где еще лучники? Ага, вижу. Так, готов. Ты, сука, хилишься, значит, да? Все, упал. Красава. Споткнулся немножко. Да будьте второй камень Балрога. Погнали. У меня жизни осталось 4 всего. Это, конечно, маловато. Маловато. Сука. Что творишь, дебил? Так, ну здесь лучник, смотрите, хорошо так себя проявляет. Полезный, полезный. Да, мужик, блядь, я валяю. Не дури. Жизни мало. Тихо. Так, ну чё? Сейчас соберем хилочку. И чё, куда идти-то? В этих волшебных камнях сильное колдовство. Захватите камни. Пацаны, погнали. Надо вниз куда-то шуровать. Вы куда идете все? Пацаны, нам сюда как бы. Пошли давай. Или не сюда? Блин, хер поймешь вообще, куда бежать. Так, что происходит? Что-то валится, что-то происходит. Так, ну сейчас поднимемся. Сейчас найдем, сейчас все будет. Что-то, походу, побежал не туда, да? О, ага. Так, мне, скорее всего, вон туда нужно было бежать. Возвращаемся обратно, что-то немножко затупил. Ладно, давай, ускоряйся уже. О. Сейчас по-быстрому пробежим. Ничего страшного. Бывает и такое. Ну, просто карта, как бы, такая приличная, да? Немножко непонятно, куда бежать сначала. А, так, блин. Ты чё? Знал бы, я сразу бы взял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны, давай-давай. Здорово, ублюдок. Так, я так понял, атака получается намного жестче, да? Вот с этой штукой. Во. Да, видимо, да, все-таки. О, мужик упал. Ну чё? Тут орков, смотрите, дофига еще у нас идет. Это хорошо. Я думаю, сейчас мы с ними разберемся по-быстрому. И все будет как надо. Так, а чё, куда все бегут вообще? Что происходит? Ну, пойдем вместе. Не знаю, возможно, там у нас гондорские ублюдки. Сейчас посмотрим. Убейте эту скотину. Камни нужны. Ага, вижу. Так, вон там. Это ублюдка нас сразу вынести, как можно быстрее. Разведчик сраный. Кто собрался? Кто там стреляет? Что происходит? О, нифига себе там. Пати-пати. Пати-мейкер. Так, давай. Да, мужик, не дури.
Он, смотрите, затупил. Я-то стою наверху. Так, хорош, 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 хорош. Так. Ну чё? О, дебил. Смотрите, воина, кстати, он хорошо сносит, лучник. Вообще. На раз-два. Так. Пацаны. Сзади ублюдок идет. Ладно, готов. С одного выстрела. Неплохо так. Ай-яй! Сука, ты откуда взялся? Слышишь, сука, а? Вот падла. Давайте возьмем мага. Да идите в жопу, а чё опять началось-то здесь? Дикое говно. Давай быстрее забирай это. О, да не выёживайся, беги давай, жирный ублюдок. Стыд ещё пляшет, блин. Получил этот рок. Так. Развлекается, блин. О, маги появились. Нифига себе. Сука, а? Странный ублюдок. На, блин. Так, мы сгорели вроде. Ай-яй. Тихо. Ой, на самом деле становится сложнее. Смотрите, появились разведчики. Это плохо. Так, давай, воины лечим. Воин это мощь. Так, ловим плюху, пацаны. Так, 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 так. Главное держаться в кучке, иначе мы так можем тут играть бесконечно. Так. Так, готов, да? Опа! Нормально. Держимся, пацаны, давай. Хилимся немножко. Сука. Тихо, 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 Рэмбо. Готов. Пацаны, подхилимся. Кто-то меня стреляет. Ах ты падла, опять подкрадываешься, да? Ублюдок. Так, ну хорош, пацаки, хорош. Пока держимся. Да вы достали меня, алло. Дебилоиды, а? Все подкрадываются и подкрадываются. Смотрите, что творят, а? Что творят? Так, готов. Парень, подожди, не уходи. Я тебя подлечу немножко. Так. Оба. Давайте, мерзавцы. Камень требуется. Вот так вот, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это плохо было, да твою мать, а? Какого хрена? Сука. Так. Блин, я воина взял. Ладно, давайте поиграем немножко за воина. Да хорош! Не танцуй, мужик! Так. Давайте поиграем немножко за воина тогда, раз уж выбрали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ты чё, мужик? Блин. Ладно. Так. Да не дури. Сука, смотри, что творят, а? Сраные ублюдки. Не в жопу. Все, жизни уже мало осталось. Твою мать. Жопа. Жопа. Ты бы еще меня подхилил, было бы вообще прекрасно. Да убей ты его, а. Так. Разведчика видел, сукин сын, а? Решил зайти с тыла? Ублюдок. Готов. Так, тут пацаны свои, ладно. О, здорово! Я тоже за воина, как бы. Сука, тихо. Фух, вот это, конечно, разносит, но, блин, никого рядом не было, это, конечно, плохо. Кто там? Так, ну слушайте, вы... Ой, воин, конечно, тоже красава. Нормально так раздает вообще знатно. Хорош. Сука, лежать. Так, готов. Фух. Сложная миссия. На самом деле сложная. Есть какие-то сложности. Непростая сама по себе. Давай, гандонь его. Блин, а?
Доставай давай! Ты чё, охренел? Гандонит меня, а? Тихо-тихо. Сука, а? Сраные воины. Ты прям, конечно, просто шикарный. Тихо. Давай, вот так вот. Хорош. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо вот так вот сделать. Надо вот так вот зайти в тыл. Ай, я прям... Что-то меня сожгли так вообще офигенно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Там что-то их совсем много. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужна хилка. Мне нужна хилка. Тихо. Ах ты сукин сын, а! Ну как с ними сражаться? Я не понимаю вообще. Твою мать, кого же взять, а? Все-таки, кого же взять? Давайте возьмем мага. Блин. Конечно, не хочется переигрывать. Не знаю, как пойдет на самом деле. Да иди в жопу. Стрелок, блин, хренов. Да хорош ликовать, а! Ублюдок. Эти разведчики, конечно, просто все портят. Ублюдки. Но сейчас надо быть просто внимательнее. Блин! Да падай ты! Сукин ты сын, а! Ты чё, живой еще что ли? Я тебе говорю, падай! Так, готов. Так. Да я так же умею, чувак, смотри. Плохо, да? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот эти ублюдки самые опасные сейчас. Самые опасные, самые вредные. Тихо, спокойно. Тихо, не дури, мужик. Ай-яй-яй. Ты кого там бьешь, дебил? Да, дикая, конечно. Дикая пати. А? Не дури, мужик. Ай-яй, воин. Странный воин. В жопу. Так, вроде как мы их сейчас зажимаем, да? Вроде неплохо. Но все равно, конечно. Опасно. Еще пять чел... Сука, ты издеваешься? Ты издеваешься? Ёбаный насос. Ах, ладно, сейчас вернемся, посмотрим. Ну что, ребят, наконец-таки я пришел это дело. Это было очень потно. Так, ну что, играем за Балрога? Я так понимаю? Да, Балрог, смотрите. Убейте Гимли. Ну давай посмотрим. Охренеть, а где Гендальф? Вот это мощный, смотрите, охренеть. Отошел. О, да. Чё творит, смотрите. Ай-яй-яй. Кто там? Кто там? Сука. Странный разведчик. Блин, конечно, неповоротливый. Иди давай. Так. Так, это что за прием? Ага. Ай-яй-яй. Так. Охренеть, это конечно он еле вмещается, смотрите, еле вмещается на монитор. Охренеть, это конечно мощь, вот это охренеть. Тихо. Смотри, что я делаю, что-то не понимаю. Так. Это так он отгоняет врагов от себя. Потому что они как тараканы мелкие, приставучие. Ай-яй! Сука, смотри, накидывает, а? Падла. Лежать! Лежать, я говорю. Падай давай! О, хорош. Да, смотри, мы с вами загандонили Гэндальфа, но это было легко. О, Гэндальфа, говорю, Гимли, это было легко. Ничего такого сложного. Мрачное пламя Удун вновь опалило мир Средиземья.
Подобно их родичам в древние времена, Гимли и все те, кто решился следовать за ним, были убиты древним демоном. Отныне море — обитель ужаса, в которую нет пути никому. Назгулы вновь отправляются на запад, дабы отыскать и сразить последних врагов темного властелина. О, да. Фух, прошли это дело мы с вами, наконец-таки. Так, а что у нас там далее? Штурм Заверти, ага. Даже вот так вот. Ну что, ребятушки, тогда давайте мы с вами штурмуем Заверть уже в следующей серии. Конечно, эта миссия была немножечко потненькая. Надо было завалить 25 гондорцев. Это многовато. Я взял разведчика на самом деле и просто по одному так всех их выцеплял. И аккуратненько их врезал, можно так сказать. И как-то так прошел я эту миссию. Да, конечно, за Балрога было очень эпично, но маловато, да? Согласитесь, маловато. Побольше бы посражаться, был бы еще Гэндальф, был бы вообще очень эпично. А так, что мы Гимли завалили, и ладно. Ладно, ребятушки, всем спасибо за внимание, мы с вами продолжим в следующий раз. Это у нас была игрушечка «Властелин колец. Противостояние». Услышимся в следующий раз. Всем пока, ребят.